Плей-офф Лиги конференций «Шериф» сыграет с сербским «Партизаном». Снова 17 лет назад «Желто-черные» играли с этим же соперником в квалификации Лиги чемпионов. Тогда не повезло, «Шериф» проиграл обе игры. Давайте вспомним, как это было, и поностальгируем по 2005-му. 3 августа 2005-го. Переполненная главная арена в Тирасполе. Свободных мест нет. Да, аншлаги у нас собирали не только «Реал» или «Интер», но и сербский «Партизан». Квалификации Лиги чемпионов. Тогда приходили посмотреть на молодой и дерзкий «Шериф», а не на соперников. И билеты дешевле были. За 80 рублей можно было и на VIP-сектор попасть. Теперь только на трибуну за воротами. На скамейке Леонид Кучук. Это только второй его сезон на посту главного тренера «Шерифа». Победа в Кубке Содружества и первые победы в Лиге Европы будут позже. В тот момент главное обыграть «Партизан». На поле Важит Ахнишвили, тогда еще не в статусе легенды желто-черных, но с капитанской повязкой. В защите вместе с ним Иван Тестемицану. Изначально понятно, что «Партизан» был фаворитом в то время, так как «Шериф» была молодая команда и неопытная, только начинала свой путь в Еврокубке. Поэтому от нас как бы никто не ждал выхода большого, но... Шанс всегда, знаете, был, поэтому мы, как молодая команда, всегда пытались создать сюрприз, ну, показать себя на международной арене в то время. Сенсации с «Партизаном» не вышло. На 74-й минуте забивает Адита. Адита, ох, каков гол! В наше время этот гол уже бы разлетелся по соцсетям, а в 2005-м только придумали YouTube, поэтому гол остался только на этом видео в памяти болельщиков «Партизана» и самого Адиты. Он забьет и в Белграде, там и завершится тот еврокубковый поход в «Шериф». Спустя 17 лет история повторяется. Снова «Партизан», только на этот раз уже плей-офф Лиги конференций. В этом году, естественно, поменялась команда, но в этом году по-любому они обязаны проходить, потому что уже другой опыт, уже «Шериф» помудрел, можно сказать, опыта набрался на международном уровне. Ну и, естественно, я так думаю, что и «Партизан» побаивается. Здесь еще и психологический такой надлом будет у «Партизана», поэтому они знают, кто такой «Шериф», будут готовиться. Но я думаю, что в этой игре «Шериф» должен быть фаворитом. Как оно будет, увидим в феврале. Как и в 2005-м, первую игру в дуэли с «Партизаном» «Шериф» сыграет дома. Уже можно отменять все планы на вечер 16 февраля. Ну а 23-го игра в Белграде.